сейчас решил прогуляться просто по улочкам. Здесь такие двухэтажные небольшие дома. Вот. И видно, что это довольно-таки старые постройки. И здесь дымят буржуйки, печки, чтобы там согреться. Сейчас не очень холодно, минус 20. А можно вас спросить, вот эти вот печки, это у каждого своя индивидуальная печка? Квартире или как? Да, или это на подъезд? Колонки. Это колонки. Колонки? Газовые, да. Газовые, да? Да. А сколько, до скольки здесь градусов была вот температура? То есть, чтобы, ну, вот минимально, самая низкая, какая была температура? Ну, вот я не знаю, но в моей памяти, ну, до 50-то не доходило, 46-47. 46-47? Да. А как вот, насколько тепло в таких домах? Они же старенькие, я так понимаю. Старенькие, так на них еще теплее. Теплее? Они уже усадку сделали. А из чего они? Вот эти брусовые. А, брусы сверху обшиты, да? Да. Ага. А как крыша здесь? Ремонтирует вам? Ну, крыша где ремонтирована, где нет, вот здесь вот ремонтирована. Новые лежат. А, вижу, сайдинг лежит. Понятно. А скажите, а вообще чем Игрим вообще живет? То есть здесь какое-то есть производство, какое-то, ну, не знаю, там... Нет. Чего? Ничего. Я смотрю, у вас ледовая арена такая красивая. Mm-hmm. Ну, то есть, да. Как-то вроде город живет. Два спортзала, ледовая арена, да.